препарат Фарадил Комби представляет собой капсулы с порошком для ингаляции, которые следует применять только с помощью специального устройства – аэролайзера, который входит в комплект упаковки. Препарат не предназначен для приема внутрь. Предварительная ингаляция бета-адреномиметиков расширяет бронхи, улучшает поступление бутасанида в дыхательные пути и усиливает его терапевтический эффект. Поэтому поддерживающая терапия бронхиальной астмы и ХОБЛ проводится в следующей последовательности. Первое – ингаляция форматерола. Второе – ингаляция бутасанида. Снимите колпачок с аэролайзера. Крепко держите аэролайзер за основание, поверните мундштук в направлении стрелки. Поместите капсулу в ячейку, находящуюся в основании аэролайзера. Она имеет форму капсулы. Помните, что вынимать капсулу из блистерной упаковки следует непосредственно перед проведением ингаляции. Повернув мундштук, закройте аэролайзер. Держа аэролайзер в строго вертикальном положении, один раз надавите до конца на голубые кнопки, расположенные по бокам аэролайзера. Затем отпустите их. На данном этапе при прокалывании капсулы она может разрушиться, вследствие чего маленькие кусочки желатина могут попасть вам в рот или горло. Поскольку желатин съедобен, это не причинит вам никакого вреда. Для того, чтобы капсула не разрушалась полностью, следует выполнять следующие требования. Не прокалывать капсулу более одного раза. Соблюдать правила хранения. Вынимать капсулу из блистера только непосредственно перед проведением ингаляции. Сделайте полный выдох. Возьмите мундштук в рот и слегка откиньте голову назад. Плотно обхватите мундштук губами и сделайте быстрый, равномерный, максимально глубокий вдох. Вы должны услышать характерный дребезжащий звук, создаваемый вращением капсулы и распылением порошка. Если вы не услышали характерного звука, то надо открыть аэролайзер и посмотреть, что произошло с капсулой. Возможно, она застряла в ячейке. В этом случае вам нужно аккуратно извлечь капсулу. Ни в коем случае не пытайтесь высвободить капсулу путем повторных нажатий на кнопки по бокам аэролайзера. Если при вдыхании вы услышали характерный звук, задержите дыхание как можно дольше. В это же время выньте изо рта мундштук. Затем сделайте выдох. Откройте аэролайзер и посмотрите, не остался ли в капсуле порошок. Если в капсуле остался порошок, проделайте повторно действия, описанные в пунктах 6, 7 и 8. После окончания процедуры ингаляции откройте аэролайзер, извлеките пустую капсулу, закройте мундштук и закройте аэролайзер колпачком. Для удаления остатков порошка протрите мундштук и ячейку сухой тканью. Можно также пользоваться мягкой кисточкой.